Единого решения по Армянску у властей Крыма пока нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Варианты сейчас разрабатывают профильные ведомства, в том числе Министерство природных ресурсов, а также Министерство чрезвычайных ситуаций. Напомним, ранее было озвучено несколько возможных выходов из сложившейся ситуации. Обработка поверхности кислотонакопителя химическими веществами, перекачка воды из Каркиницкого залива и прочее. Также глава прокомментировала ситуацию по заводу «Титан». Роспотребнадзор совместно с коллегами дали целевые указания руководству комплекса. Республиканские власти надеются, что решить вопрос запуска предприятия, а также ликвидации негативных экологических последствий удастся в ближайшее время. Я за то, чтобы завод работал. Но еще раз, но не в ущерб экологии и, конечно, в первую очередь здоровью людей. Так что думаю, что шансы на то, чтобы завод заработал, достаточно высоки. Делаем сейчас все возможное. Собственники, руководство предприятия идет навстречу, согласно с тем, что локализация данной ситуации должна осуществляться за счет средств предприятия «Титан». В том случае, если локализация последствий ляжет на плечи бюджета, власти будут рассматривать вопрос о национализации «Титана». Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске в атмосфере было зафиксировано превышение предельно допустимой нормы сернистого ангидрида. После оперативный штаб принял решение временно остановить деятельность местного химического завода.